И вновь всем доброго времени суток, с вами, как всегда, Дезертир. Я готов вам рассказать про некоторые новшества нашего канала и все такое. В общем-то, ну, собственно, многие из них вы и так знаете. Нужно, естественно, зайти вот, например, в эту замечательную тему, которая у меня сейчас прокручивается, и проголосовать за те или иные игры, которые здесь есть. Помимо прочего, этим вы продвигаете какую-либо игру из понравившихся вам на субботние стримы. Я бы не сказал, что в принципе это все новшество, но, блин, многие об этом забывают, причем многим об этом просто нужно постоянно напоминать. В любом случае, это не имеет значения. Я вас прошу приходить почаще в эту темку, смотреть, какие там интересные игры есть, а игр там, в принципе, полно. И в данном случае их, по-моему, около 51 предложенных, но пока что не входящих в список наших игр, потому что топ, он как бы попадает там 10 игр только за раз, и ВКонтакте не может предложить более 10 вариантов. Но в любом случае, что я хочу сказать. Ребята, давайте почаще голосовать в этой темке. Какие же игры нас ждут на этой неделе? На этой неделе нас могут ждать игры Planetary Annihilation, Escapist, Герои Шторма, Warhammer 40,000 Dawn of War Soulstorm, Warhammer 40,000 Dawn of War 2 Retribution, 60 секунд, Magicka 2, Portal Story of Smell, Space Engineers, Castle Crashers. Только от вас зависит выбор той конкретной игры, в которую мы будем играть в субботу. Ну или в которую я буду играть, в зависимости от того, какую игру вы выберете, потому что в Escapist я, например, не смогу поиграть с вами, так же, как и в 60 секунд, или Магику, или Portal Stories, или Space Engineers, просто по отсутствию того, что у меня нет этих игр, а в пиратские версии играть очень напряжно, занудно и, в общем-то, как-то так. Вот, но если вы выберете игру, я не знаю, попробую как минимум какого-нибудь друга вытащить и поиграть в эти игры с ним, если там есть какой-то кооперативчик, конечно. Такие вот дела. Ну а с вами был, как всегда, Дезертир. Всем спасибо за внимание и пока-пока.